Так, ну что, всем добрый день. На завтрашнее число пригласили на пресс-конференцию главы Чувашской Республики. И что самое интересное, самое главное условие для того, чтобы попасть на эту пресс-конференцию, наличие QR-кода и ПЦР-теста. А ПЦР-тест – это у нас платная услуга населения. Получается, сама пресс-конференция – это платная пресс-конференция, ну, как минимум для меня. За остальных сдают там редакции и так далее, да, поплачивают. А я нет. Радует, что не просят сдавать кал и садиться на карантин перед тем, как увидеть главу Чувашской Республики. И не будут ставить определенные столы, 20-метровые, создавая определенное дистанцирование, и стелить длиннющие ковры между участниками мероприятия и, соответственно, главой Чувашской Республики. Жесть. У меня завтра пресс-конференция у главы Чувашии, и вот надо, сказали, ПЦР-тест надо. Не знаю, а вы здесь работаете, да? А можно будет сделать до 17-18? Сегодня. 5-6 будет готово? Потому что они просили до 17-18 предоставить пресс-службу сведения. Ага. Смотри, да. А сюда физически надо как-то приезжать? Или он электронный какой-то? Ну, оставьте, если вам срочно нужно отправить. Да. Электронный. Ставлю. Да, и тот, и тот, тот и тот есть в наличии, да? 300-й? Да. Бензинового, к сожалению, предложить не смогу. Угу. Так освободился. А можете перезвонить? Я тут ПЦР сдаю. Минут через 5 перезвоните, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Хорошо, давай. Спасибо. Так. Так, что снимать? Ничего. С носа или откуда? Так, самое главное, прежде чем я возьму, вы возьмете, вот электронный адрес, чтобы мы уточнили. Макр-макр. Щекотно. Ой, щекотно. Не поглубже ногу. Так, мне чуть-чуть надо ущипнуть, чтобы или голову держать, я не знаю. Давайте А. А? А, говорим. А-а-а-а. Все, ну ждите. Жесть. Так, все, да? Вот это. Ужас. Туда-сюда, без разницы. Так, пожалуйста, на электроночку скиньте, ладно? А здесь есть? Аж слезы потекли. Ужас. Ну что, сдал, товарищи начальники, глава Чувашии в том числе. Ужас, чтобы на пресс-конференцию, она фактически платная получается, платная пресс-конференция, представляете? Жесть. Так, все, выключаю.